Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастый Kids. И сегодня мы будем играть вот с этим клевым говорящим Томом. Том, как дела? Нельзя тебя трогать? Ну ты и злючка. Ой, это Бен. Ребята, это Бен. А вот и снова Бен. Бен, прекрати пугать нашего котика Тома. Слази, Том. Испугался? Давай-ка мы тебе оденем что-нибудь. Смотрите, что тут у нашего котика Тома есть. Всякие шляпки у него прикольные, футболки. А давайте-ка ему оденем вот эту футболку. Называется «Я люблю Тома». Мне нравится, а вам? Можем ему еще одеть. Вот, давайте-ка ему оденем шляпку с хот-догом. Смотрите, какой прикольный у нас получился Том. Том, угостишь хот-догом? Шапка не жмет? Ты опять испугался Бена. Не бойся, Томик, слази скорее. А смотрите, хотите, я вам покажу, какая любимая игра у котика Тома. Смотрите, сейчас он вам покажет. У него есть телефончик, и он тоже играет в говорящего котика Тома. Мне кажется, он у него еще совсем малыш. Наверное, уровень первый или, может быть, пятый. Как вы думаете, ребята, какой уровень у этого маленького Тома? Ты не расскажешь нам, Том? Нет? Ой-ой-ой! Том закрыл носик лапкой. Привет-привет! А давайте-ка мы поиграем с нашим котиком Томом. Во что будем играть, Бен? Ну хватит уже, Бен, дай поиграть уже. Ты хочешь играть с нами, Бен? Ты жив, Том? Но он неугомонный, вот это сумасшедший песик. Что-нибудь он любит пошалить, ни минуты на месте не сидит. Том, слази, слази, давай уже поиграем. А во что мы тут можем поиграть? Ну, как всегда, вот эта прикольная игра «Том альпинист». Поехали! Прыгаем, прыгаем, собираем часики. Тут у нас есть монетки. Ой-ой-ой! Кажется, наш Том немножечко заронил. Ребята, кстати, а вы играли в эту игру? Кто играл, напишите. Напишите, сколько баллов вы набирали в этой игре. Ой, опять я заронила. Давай, Том. Давай, 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 давай. Молодец. Ой. Поймали часы. Монетка, здорово, Том. Давай чуть-чуть еще. Вот так. Ой-ой-ой, давай-давай, ползи. Ну что ты, Томик? Молодец, поймал монетку. Здорово. Вот такая прикольная игра. Ой, спасем нашего котика Тома. Птички тут летают, прикольно. Ура, мы поймали часы. Держись, Том. Еще часики. Монетки тут. В принципе, ничего сложного. Игра просто на внимание. Молодец. Ой, опять мы заронили.
Поехали дальше. Поставим новый рекорд. Ура, ура, ура. У нас новый рекордик. Ой, давай, давай, давай. Молодец, Том. Ой, тут у нас какой-то новый уровень с бревнышками. Может быть, кто-то уже был в этом уровне из ребят. Давай, Том. Время, ура, поймали часики. Мимо перепрыгнули, немножко мимо. Часы. Здорово, Том. Ой, поднимайся, молодец. Успел скарабкаться. Опа, снова часики поймали. Самолеты тут летают. Ой, держись, Том. И часиков тут нету. Давайте-ка посмотрим. 810 метров. У нас новый рекорд. А поиграем-ка мы в игру тук-тук. Ура. Опа, взорвали Бен. Джинджер тут. Том. Опа. В этой игре нужно, ребята, попасть по зверюшкам, которые вылазят в окошке. А вылазят у нас тут и Бен, и Джинджер, и Том. Кто играл в эту игру, тоже пишите. Опа! У нас рекорд. Анжела появилась. Джинджер, Бен. А, поняла, ребята, нам, наверное, нельзя брать взрывчатку. Зверюшек со взрывчаткой мы не трогаем. Анжелочка. Хэнк. Томик наш появился. Опа! Интересно, сколько мы сейчас заработаем очков. Анжела наша с Томом. Ой, опять взрывчатка. Две жизни осталось всего, два сердечка у нас. Кажется, все жизни подошли к концу. Давайте-ка мы вернемся к нашему котику Тому. Том, ты тут уже заскучал? А вот и Бен. Он тебя всегда повеселит. Ну-ка покажешь, во что ты там играл? Где твой котик Том? Угу, играешь еще, да? Все такое же, еще маленьких. Может быть, там что-нибудь новенькое ты открыл? Нет, ничего не открыл? Показывай. Ага, такой у тебя совсем маленький котик Том. Ну ладно, хорошо. Том, да не бойся ты, это же Бен. Он специально тебя пугает. Прекрати залазить на люстру. Во, он такой трусишка, ребята. Перестань ты дрожать. Ты хочешь кушать? Ой, какая у тебя прикольная штучка. Как она называется? Я вот забыла. Может быть, кто-то из подписчиков нам подскажет, Том? Цветочек, здорово. Ты, наверное, его подготовил для свидания с кошечкой Анжелой. Ничего нету?
А сейчас торт. О нет, Бен. Ребята, постоянно наш песик Бен обижает Тома. Ну вот опять. Ага, не успел. Том дал ему по макушке. Том, ты так боишься этих бумажных пакетов? Прекрати, Бен. Хочешь кушать? Тортик? Ты хотел его съесть? Ну, вытирай мордочку. Ну и ладно, ничего страшного. Хочешь поиграть с телефоном? Давай в другой раз. Вот Бен. Ни на секундочку нас не оставляет. Бен, уходи. Бен, ну ты вообще. Бен, хватит баловаться. Том, а хочешь я тебе одену что-нибудь еще? Может быть, какую-нибудь другую шляпку? Давай-ка посмотрим. Можно одеть шапочку кролика. Смотрите, как вам? Том в шапочке кролика. По-моему, он очень миленький. У него 4 пары ушек. Не нравится тебе? А тут еще можно даже, по-моему, поменять цвет глаз Тому, одеть ему очки. Вот, фиолетовые контактные линзы. Есть даже желтенькие. Есть повязка на глаз. Давайте поменяем ему просто цвет глаз. Например, сделаем леопардовые, почему-то называются контактные линзы, хотя больше похожи на голубые. Смотрите, какой классный у нас голубоглазый Том. Бен! Бен! Бен, ну что ты? Ребята, ну а на этом у меня все. Котик Том очень хочет поиграть в своего виртуального питомца Тома. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Ушастик Kids и смотрите много новых серий с котиком Томом. Всем пока-пока! До новых встреч, ребята!